Так, теперь что мы еще делаем? Тут у меня кастрюля. Я здесь варила недавно листья крапивы. Ну и не стала, потому что она же не супай, а как бы бланширует. Вот теперь берем вот такие вот листочки, это шпинат. Шпинат. Вот и все кидаем вот сюда. Вот теперь, значит, без редисочки, без редисочки. Редисочку вот так вкладываем в соль, из нее потом салатик сделаем. А листочки в эту кастрюлю, значит, кидаю. Так. Так. Вот таким образом. Значит, вот это в баночке мы сделали, отложили в баночку. Теперь мы делаем вот это. Я помню, особо тщательно мыть не надо, потому что мы сейчас будем варить. Вот потом будем опять еще мыть. Поэтому, как бы... Так. Что зелень, это же полезно, перистальтику улучшает. Так. Ну, значит, я открываю редисочку. Вот эти вот вершки, листочки все, значит, сюда. С редисочками еще салатик сделаем. Если даже редисочка попадет, ничего страшного. Ничего страшного. Сварится, попадет в суп, ничего страшного не произойдет. Вот как попало, нужно быстро-быстро. Вот так вот. Так. Так. Это сюда, это сюда. Так. Листочку сюда. Пускай листочки все же выбрасывают. Зачем выбрасывать, когда зимой можно супец сварить? Вот так, вот так, вот так. Конечно, может быть, не всем понравится такой суп, такой салат. Просто сила привычки, наверное. Мне кажется, во-первых, есть еще из чего суп сварить. Так, так, это аккуратно не будет, так. Это можно и так, ему здесь небольшие. Так, давай сюда. Так, сюда, сюда. Так, сюда. Я, если честно, вот этот вот редиску с листьями давно не делал. Такой салат, салат, или как это называется, даже не знаю, холодное, холодное соленье, закуска. Все, приближаемся к финалу. Вода, прямо скажем, не нечистая. Ну, мы варим, потом опять будем, так что ничего страшного. Так, 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 так. Ну, вот, собственно, все. Там откладываем. Так, вот кастрюлька у нас, холодная вода. Вот, сейчас я поставлю это на газ. Так, снимаю на следующий день. Вот что у нас получилось. Я, честно сказать, поленилась вытащить. Всю ночь оно пролежало в горячей воде. Ну, не в горячей, пока не остыло. Сейчас все остыло, холодное. Теперь что мы делаем? Я вот это отставлю. Возьму досточку. Так, возьму нож. И будем резать. Так, берем. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Можно, конечно, и не так аккуратно, нужно взять, отжать, да порезать, как попало. Ну, кто любит порядок, так сказать. Ой, было так много, а получилось так мало. Так, вот. Так я отжимаю. Так, теперь берем и режем. Вот же дисочка, ничего страшного. Так, и вот так вот режем, чтобы потом суп положить. Так, так. Так, сколько варить? От момента закипания где-то минут, может быть, 15-20. Ну, надо смотреть, вот, чтобы вот так вот делаешь, и оно было мягким. Локоть заходит. Все, я пока отключусь. Все, раскладываю по пакетикам. Вот я взяла пакетик, вот я положу. В таком виде замораживаем. Так, теперь. Здесь чуть меньше, но ничего страшного. Еще крапивы добавим. Или еще я буду сажать редиску. Значит, еще. Если что, добавлю. Ну вот, собственно, и все.